Никакой мороз не страшен системой автозапуска Starline. Федеральная сеть фирменных центров в Кирове на Хлебозаводском проезде 9. Сразу два праздника бурно отметили две подружки в Кирове. У одной был день рождения, она отмечала 19-летие. Вторая праздновала свой профессиональный праздник – День бухгалтера. После веселья подруги поехали домой на десятке, слегка увлеклись быстрой ездой и на улице Московской перевернулись. Девушки даже не подозревали, что 21 ноября – это еще и Всемирный день телевидения. И наш корреспондент Павел Москвин отметил его с камерой в руках на месте происшествия. Девушки веселились вместе. Задорная Юлия отмечала и день рождения подруги, и день бухгалтера. Расскажите, как у вас ДТП произошло? Тихо. Вот. А тихая и скромная Анастасия отмечала свое 19-летие. Анастасия! Настя! Настя! В ночном клубе обе явно не рассчитали с литражом и градусом горячительного. Девушки поехали домой на машине, штурман, видимо, не вовремя объявила о повороте, а пилотирующая не справилась с управлением. Далее сработал во всех смыслах эффект вертолета. Машину стало крутить, она оказалась на крыше. Водитель мусоровоза такого экшена еще никогда не видел. А вы доставали, да? Она говорит, какой-то мужчина у них был за рулем. Какой мужчина? Так, кувыркаться, На место ЧП приехал босс предполагаемой водительницы Юлии. Мужчина рассказал, что девушка работает бухгалтером, и ей через пару часов надо на работу. У меня сегодня выходной был, да? Праздник? Да. Какой-то может. Да нет, работала. Сделайте выходной сегодня. Так как Юлия не призналась в нарушении, инспекторы решили взять время для небольшого расследования. Они взяли объяснения у всех очевидцев и провели экспертизу сразу с двумя подругами. Оформят в итоге только одну. Настя готова была дышать в трубку, только лежа в машине. Обхватываем мундштук губами и продолжительно выдыхаем до сигнала. Дуйте. Вы не дуете. Дуйте. Анастасия Андреевна, дуйте сильнее. Дуйте. Недостаточно. Задаю вопрос. Проходить, освидетельствовать здесь на состояние алкогольного опьянения будешь? Нет. Отказываешься, да? Да. Обе подруги в итоге отказались от теста на алкоголь. Так, в двух словах, расскажите все-таки, как ДТП-то получилось? Ну как все было-то? Камеру уберите, пожалуйста. В итоге машину пришлось вытаскивать эвакуатором. Водителю грозит штраф и лишение прав. Михаил Вагин, Сергей Пичугин, Павел Москвин. Место происшествия.